Потеете? Потеем. Было. Давай яблоко, ёпта. Ой, виноград. Слышь ты, падла, я уже сейчас помру нахуй. Рома, потеете? Нет. Уже все. У меня уже седой нахуй. Ну, с Богом. За 1 сентября. За русских поэтов, за 1 сентября. Согласен. Война началась, Вторая мировая. Хорошо. Гитлер напал на Польшу. Ну как, Юр, бложки там, вошки. Подыхают. Потравил у всех. Ага. Где был? В Ливане, в Крыму? Или где? Не, в городе. В городе? Первого салюта. Объект какой-то, да, серьезный был. И шо? Микрон. Вож так и прет с микрона, блядь. Бля, пиздец нахуй. Чё, а ты ему сразу вторую, ну, давай. Ну, естественно. Давай. Ну, и да, чтобы... А то что куда разливаешь, ёпта, блядь? Денег стоит, нахуй. Как тебе... Как бы... Ну, с Богом, лишь бы на здоровье. Да. Во, сейчас отпустим. Ты, блочка. Ты с этой работой так-то, блядь, вообще, блядь, это, здоровье не щадишь свое. Третью тоже мне, да? Будя. Жадный ты. Хватит. Слышь, есть? Юр, так получается, ты на работе ядом дышишь. Да, я его скоро пить буду, блядь. Блядь, это пиздец, это работа, блядь. Отравитель блох, блядь, это пиздец какой-то. Отравитель блох. Ну да. Людей, блядь. Да, блядь, что, котяк, что ли, у меня мухи длит. На! Да подожди, я уже рифму сочиняю, отравитель блох. Отравитель блох, глубоко не лох. Глубоко не... Или наоборот. Отравитель блох. Слышь, Грач, пора тебе, блядь, всадить ему, блядь. Я вот уже думаю об этом. Я бегаю, хорошо. Тут такие наезды, блядь, на твою профессию благородную. Какую? Отравитель блох. Слышь, ты кто есть вообще? Ты как, блядь, сам разговариваешь? А ты, блядь, что? Я, блядь, высшее существо, ёптать. Я плиточку тротуарную колотишь. Ты, блядь, блоху отрави, попробуй. Мастарбайтер, ёптать. Так, одно слово. А давайте поспорим, господа. Одно слово, Саид, давайте ёптать. Поспорим. Давайте. Хочешь, я тебе, блядь, объясню, в чем тут дело? Пожалуйста, да. Хорошего человека с Саидом не знаю. Юра Грач травит, блядь, блох, тараканов, клопов. Хорошо. Делает благородное дело. Спасает людей, блядь, нахуй, от насекомых. Ты же, блядь, работаешь чисто на себя. На кладбище. На кладбище, но на себя. А Юра спасает людей. Вот. От насекомых. А насекомые у нас нынче заразные. Блядь. Да. Да, и люди всегда... И причем получает, блядь, за это вообще какие-то гроши. Здоровье свое не щадит. Травится каждый божий день, а потом яды водочкой выводит. Да. Хорошо. Все, ты же, блядь, пьешь водочку, блядь, закусываешь яблочком, бабло на кармане, стихи рассказываешь. Да, да. Ваша... Типа, охуенно, блядь, нахуй, созрел поэт, блядь. Ваш монолог сейчас закончен? Да. Давайте теперь я свой скажу. Объясняю. Давай, не третью. Приходят люди ко мне и спрашивают: Ром, а почему бы нам вот то же самое не сделать? Почему он здесь? Значит, я кому-то нужен. А если я кому-то нужен... Значит, я уверен в себе. Нахуй ты кому нужен? Заткнись, падла. Значит, я уверен в себе, что я кому-то нужен, и я интересен, и мне от этого хорошо. Я просыпаюсь утром, и у меня проблема. Давай, поехать. В сумочке отстаньте. Еще вкусного, блядь. И у меня проблема. Поехать либо в эту сторону, либо в эту сторону, либо в КБ. Вот такие вот у меня ответы. Ну, это проблема личного плана. Ничего, блядь, подобного. Можно ничего было подобного. Идти на завод, блядь. На благо Родины. На тюрьму я не пойду. На каторгу не хочешь. Не хочу, да. От 7 до 9. Гандальником не хочешь быть, да. От 7 до 5 не хочу работать, правда. Ну ты вот сам сейчас ответишь на свой вопрос. На кладбище пришел, спокойствие. Конечно, кайф, сплошной, ёпта. Сам себе хозяин, все. Вот, ты видишь. И ты хозяин, ты. А не кто-то тебе там это, придет какой-то начальник там. Или начальница, еще хуже того, какая-то сударушка, да, Петровна, типа. Ну так, вот, так... ты сам же отвечаешь, блядь, на все свои вопросы, вот, блядь. Я работаю там, где я хочу. У Юры профессия вредная и людям нужная. А таких-то, как ты, шалопаев, блядь, полгорода, блин, которые хотят на кладбище нихуя не делать, яблочки кушать и денежку в карман ложить. Да. Вот. Я алкоголик-анархист, все. Вот. Там никаких вопросов, никаких. Блядь, пернуть, что ли, тебе под нос, нахуй. Ну ты хуй, это очень круто.